Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Ирина Куликова, координатор проекта раздельного сбора мусора экологического Рязанского альянса. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас сейчас год экологии. Хотелось бы поговорить сразу о нескольких вещах. Давайте, может быть, начнем с наболевшей темы. Недавно слышала, был такой случай, что не принимают лампы ртутные, да, часто в ЖЭО. Такое вообще действительно происходит? И на самом ли деле должны градусники и ртутные лампы принимать ЖЭО? Да, это, конечно, тема, вы правы, прям совсем наболевшая. И та история, которая у нас сейчас происходит в городе, что по инициативе одного из жителей, он обратился в свою ЖЭО, чтобы сдать ртутьсодержащие лампы, у него их не приняли, он написал заявление в контролирующие органы, где управляющая компания вывесила объявление о том, что надо общим собранием жильцов провести и принять решение, где будет организован сбор ртутьсодержащих ламп, и что будет за это взиматься дополнительная плата. Дело в том, что уже согласно постановлению правительства давно утвержден план минимальных перечней услуг, предоставляющих управляющей компании, и в том числе туда входит сбор и утилизация опасных видов отходов 1-4 класса опасности. К ним относятся как раз ртутьсодержащие лампы. То есть это уже входит в их обязанности. И, конечно же, это уже мы давно за это платим, но не имея возможности их сдать. Плюс еще есть одно постановление правительства, в котором утверждено правило сбора их у населения. То есть в том плане, в котором происходит у нас сейчас сбор, это список, утвержденный на сайте администрации, он находится. Он, во-первых, не охватывает всех жителей города Рязани. Во-вторых, у нас есть такие, как ТСЖ, не управляющая компания, а ТСЖ. Они тоже платят за содержание жилья, но при этом они совершенно не защищены в этой области и не могут никуда это сдавать. Мы обратились к нашему мэру, к Булекову, с предложением все-таки решить этот вопрос по организации ртутьсодержащих ламп, потому что население должно иметь право грамотной сдачи все на утилизацию. Так а как же должно в принципе вот это происходить? Куда должны складываться эти лампы? Допустим, вот я из дома выношу эту лампу. Куда, по идее, я должна ее принести? Получается, рядом с домом должен какой-то контейнер стоять или моя управляющая компания должна собирать? Как это выглядит? Ну, мы вышли с предложением о том, что у каждой управляющей компании, ТСЖ, то есть как бы главенствующая организация на многоквартирном доме, должна около своего дома, как место, где вот они находятся, офиса, поставить контейнер для сбора ртутьсодержащих ламп. Эти контейнеры уже давно наполнили рынок, и российские, и зарубежные есть. Они стоят там от 16 тысяч рублей до 25, то есть это не такие деньги, которые могла бы потратить управляющая компания и над ними как бы плакать. Вот. Плюс они должны заключить договор на утилизацию этих ламп. У договора это носит рамочного характера. За 2000 рублей она, в них входит утилизация 70 ламп. Это, в принципе, вполне достаточно того, чтобы целый год существовала управляющая компания. То есть, получается, расходы минимальные – это 18 тысяч рублей на год. Даже не на год. То есть, это первоначальные расходы, которые управляющая компания заплатит. Потому что контейнер будет многоразово пользован, долго стоять. Я так понимаю, в нем не бьются лампы, они складываются? Да, да, они там аккуратно гасятся, да, их скорость, они аккуратно скатываются и там складируются. Скажите, давайте тогда об опасности поговорим. Выкидываем мы их в мусор, в обычный, да? И какую опасность в этом вот таит в себе вот такой выброс вот этих ламп и градусников, если это на общей помойке, да, оказывается, на городской? Сколько это все там лежит и что излучает? Дело в том, что лампочка, когда разбивается, еще опасность она представляет зачастую. В наших дворах контейнеры сбора ТБО, да, помойки, как мы их называем на дороге, находятся рядом с детскими площадками. То есть, получается, мы все дышим ртутью? Да. Весь город? Да. Класс. Сами, причем сами себе создали эту среду. Так, ну выход вообще, как вы думаете, будет из этого всего? Может быть, общим собранием жильцов хотя бы, да, порекомендуем рязанцам все-таки включить немножко свою активность, да, для того, чтобы сдвинуть ситуацию с места? Может быть, все-таки, наверное, все-таки с более высоких административных чиновников это сделать рекомендации, вынести управляющим компаниям о том, что необходимо наладить сбор
так как это уже их обязанность, раз, так как они уже берут плату за это и, получается, не оказывают данные услуги, это два. И о том, что те управляющие компании, которые сейчас собирают ртуть содержащие лампы, они делают это в нарушение нормы Санпина. То есть у нас несколько волонтеров прошлись по управляющим компаниям, которые утверждены на списке на сайте администрации. Они это делают в картонную коробку. Но, вот, честное слово, потом, как это происходит? То есть вам надо прийти в рабочее время в управляющую свою компанию с паспортом. Вы должны относиться по прописке. К этому, ну, честное слово, ну, это просто какое-то нанопродвижение сдачи ртути содержащей лампы. Когда у нас идет все на доступность, на население, это какой-то, прям, вот, честно говоря, какой-то забор из колючей проволоки организован. Так, ну я надеюсь, раз уже мы об этом говорим, да, и в эфире, и уже звучат такие посты в интернете, что уже в конце концов эта ситуация найдет выход какой-то, и мы начнем действительно сдавать эти опасные объекты. Еще хотелось бы узнать про то, чем вы занимаетесь по раздельному сбору. И знаю интересную такую деталь, что вы собираете не просто пластиковые бутылки, да, для переработки пластика, а крышечки от бутылок. Почему такая идея, почему именно крышечки? И для чего это вообще? Ну, акция, это называется «Добрые крышечки». Цель ее собрать крышки. Крышечки, дело в том, что они определенного типа пластика находят. Такие. Мы их двойка называем на своих акциях, для того, чтобы населению было легче их воспринимать, да, по маркировке. Потому что на ней цифра 2 в треугольнике стоит. И их, если собрать отдельно, то можно сдать за хорошие деньги. То есть это где-то рублей 20 примерно за килограмм. И у нас есть Рязань-переработчик данного типа пластика, и он их будет брать, и как бы вырученные средства мы будем отдавать в благотворительный фонд про детство, помощь детям. Вообще эта акция первый раз появилась в Испании, когда нужно было собрать средства для операции маленькой девочки. Ну, как обычно, был организован сбор средств денежных, но местный переработчик сказал: соберите мне 8 тонн крышечек, я вам эти деньги заплачу. Вся Испания объединилась, прям в едином порыве, и за месяц собрала 8 тонн крышечек. Я, честно говоря, не представляю, как выйдет 8 тонн крышечек в объеме, и что их за месяц можно было собрать, но, знаешь, действительно, такой вот прям быстро эта акция разрослась. Теперь это стало у них традиции все время в каждом доме. Ну, многие говорят, что кто ездит в Испанию, у всех в доме стоит ваза для сбора крышечек. Акция, конечно, очень легкая. То есть ее поддержали многие города России. И все, у каждого свои цели. Кто-то на бездомные животные, кто-то детям. У кого-то единая цель, да, сбора колясок. А у нас в городе не нашлось. То есть цель должна быть доступная. У нас, честно говоря, в городе по поводу коляски мы не смогли договориться, потому что та сумма, которая была требована для сбора данной коляски, она очень большая. Для ребенка, да? Да, для ребенка. Мы бы ее не собрали на этой акции и собрали бы малую часть, но как бы не получили того эффекта, который хотели бы. И на коляску бы не собрали, и акцию как бы не завершили хорошо. И поэтому было принято решение, то есть оценивая, сколько мы можем собрать, ту сумму, которую можем выручить, Инна, да, руководитель фонда «Прондетство», высказала желание, что на профориентацию людей из детского, дома будет направлять эти средства. Вообще очень хорошая идея, потому что я знаю, что проблема как раз детей из детского дома в том, что они не социализированы. То есть им для них все готовят, им все приносят, и вот они не умеют вам жить в бытовых условиях. Их когда отпускаю, да, уже на волю, не на волю, так, в свою большую взрослую жизнь, вот, то это тоже большой шаг для них и будет хорошее подспорье. А уже есть какой-то результат? Какую сумму удалось собрать? За сколько месяцев? Мы еще не сдавали их, потому что мы хотим их из них выложить логотипы и еще подсобрать, потому что многие организации еще подносят крышечки. Мы стартовали со школами города Рязани, с детскими садами через управление образованием. Где еще ваши крышечки? Куда можно сдать? Крышечки, честно говоря, это прям акция просто полетела быстро в организации. В Ситибанке, мы знаем, принимаем. Но и в Кайфчек, сеть заправок, сами объявили, то, что будут собирать. Библиотека Горького. Библиотека Горького, Глобус поставила контейнеры. Вот у этой акции очень легкий старт. Ну, будем сдавать крышечки. И еще вот один вопрос. Насколько эти крышечки дороже, чем обычная пластиковая бутылка? Они вообще в одной цене идут. То есть где-то бутылка пластиковая стоит 20 рублей за килограмм, mm-hmm. и крышечек 20 рублей килограмм. Но крышечки удобнее собирать. Но крышечки удобно собирать. То есть мы бы не осуществили вот эту логистику, если бы мы работали бы с бутылкой. Все-таки детские школы, все спрашивают, что делать с бутылкой. Мы на этот случай начинаем приносить их на акцию.
реакцию. То есть, если вы задались вопросами о том, что все-таки утилизация мусора должна быть утилизированной, а не просто все это выбрасывалось, крышечку мы сдали на утилизацию, бутылку выбросили, то надо подумать уже о втором шаге, о том, что двинуться к раздельному сбору. Где о ваших акциях можно узнать, когда вы собираете мусор, вот этот вот пластик, я понимаю, картон, да, бумагу, да. полиэтиленовые пакеты и стекло? Стекло, да. Где вы это собираете, когда, как об этом можно узнать? Мусор мы не собираем, мы собираем вторсырье. Простите. Вот, мы проводим каждую субботу акции в различных районах города. Но сразу, пока не забыла, в августе у нас все в отпуск уезжают. Поэтому следующие акции будут опять в регулярном порядке начинаться в сентябре. То есть в августе мусор мы копим? Да, вторсырье мы копим дома. Вторсырье. Вот. Каждую первую субботу месяца мы проводим ее на Барсина Есенина около входа. Каждую вторую субботу месяца это у нас роща напротив радиоакадемии, радиоуниверситета, да, сейчас. Каждую третью субботу будет месяца проходит на Московском около арт-клуба «Планетарий». Каждую четвертую субботу месяца в роще на кругу около 11-й больницы. Так, скажите, что вы еще делаете для раздельного сбора вторсырья? Мы, опять же, у нас был просто общественный совет недавно в администрации Булекова. Мы также донесли информацию о том, что хорошо, что мы проводим такие акции, мы-то молодцы, но они имеют вот этот систематичный характер, и он неудобен нашим жителям нашего города. Необходимо поставить на этих же местах, где мы проводим свои акции, как говорится, уже привычные точки для наших жителей, контейнер для сбора вторсырья. Это не такая большая сумма для нашего города, они могут себе это позволить, мы надеемся, они позволят их установить, и как раз там можно будет приносить свой вторсырье, независимо от своего расписания, потому что многие жители пишут, звонят и говорят о том, что мы вот в субботу работаем, с 10 до 12 тяжело попасть, ну, вы понимаете. Ну, есть уже желтые баки, давайте хотя бы коротко о них расскажем. Я знаю, что их скоро в городе у нас появится 300 штук. Да. Что это за баки, что туда можно складывать, где они уже есть? У нас стартовал проект «Разделяй срезанию», и это желтые баки, то есть они выглядят как обычные мусорные баки на площадке ТБО, но их покрасили в желтый цвет, и это означает, что этот желтый бак поедет на сортировку. Если зеленые, ну, остальные какие баки находятся на этих площадках ТБО, то они уезжают просто на свалку, а эти поедут на сортировку. То есть туда можно сложить пластик, стекло, бумагу отдельным пакетом. Где у нас эти баки есть? Уже люди пользуются? Как отреагировали? Люди пользуются. Дело в том, что баки эти находятся сейчас в районе рощи. Дальше они будут появляться во всех районах города. Общее количество будет 300 штук. Нам обещали до конца лета все это осуществить, их покрасить и выделить отдельную машину для их сбора. По отдельному маршруту они будут приезжать. Ну, я видела уже тоже эти баки. Вроде бы люди даже уже пытаются действительно разделять, уже начинают присматриваться, привыкать. Скажите, зачем вы все вот это вот делаете? Что, какой смысл, какая цель? Да? Я понимаю, год экологии, но чего в итоге вы хотите добиться? Вот те же лампы, крышечки, раздельный сбор мусора, идея вот вашего экологического рязанского альянса в чем? Ну, экологический рязанский альянс много продвижений. То есть я как раз вот за раздельный сбор мусора. У меня к вам тогда встречный вопрос. Вы вот были на свалке? Вот прям на свалке не была. Я только как-то вот по телевизору, может, где-то видела. Вот посетите ее. Она выше пятиэтажного здания. Она огромная. Она и в длину, и в ширину, и в высоту, она огромная. И это мы с вами ее собрали. Вы понимаете, что в Московской области, допустим, многие горнолыжные курорты на свалках построены. То есть мусор, он не попадает куда-то в третье измерение, потому что все считают, что отнесли его. Например, все, он растворился, его унесли на другую планету, и он ко мне больше не вернется. Нет, он уже возвращается. Самое печальное, что через грунтовые воды. Да-да-да, все это в воде. Птицы, рыбы. Сейчас уже большое количество исследований проведено, и есть уже целый список косметики, который содержит микропластик. Морская соль содержит микропластик. Уже рыбу, у нас, допустим, РСОшники, уже никто не ест рыбу, потому что морская рыба уже давно питается планктоном, который содержится с пластиком.
киты, все это уже происходит на структуре ДНК. То есть мы уже как бы... Мы уже пластические. Да, то есть мы уже так неплохо везде помусорили, пора уже разворачиваться в другую сторону. Я не знаю, как остальные все считают и так говорят, что вот человек как-то все уничтожает вокруг себя, но мы можем все это сохранить и изменить вот это отношение. Но сейчас уже время такое, что уже подсозрели все подсозрели, к раздельному сбору уже все тянутся потихоньку. Ну, я надеюсь, что с раздельным сбором мусора действительно наши вот эти огромные помойки с пятиэтажные дома уменьшатся хотя бы до второго этажа. Да, надеемся. Приходите к нам еще. Удачи вам в своих направлениях, в своих проектах. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания.